Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на официальной церемонии взвешивания Лиги «Октагон». Завтра, 1 июля, во Дворце спорта имени Балуан Шалака состоится турнир «Октагон-32» и порадует всех своих болельщиков яркими и очень зрелищными поединками бойцов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Ирана, Грузии, а также Бразилии. В заглавном бою вечера чемпион лиги «Октагон» в полусреднем весе Бауржан Куанышбаев из Казахстана провезет защиту пояса против Мухридина Алимова из Узбекистана. Ну а в главном же поединке турнира «Октагон-32» действующий чемпион лиги в полутяжелом весе Карим Рузбакиев встретится с претендентом из Узбекистана Камалдином Мамаджоновым. Итак, друзья, давайте перейдем к официальной церемонии взвешивания. Приветствуем первую пару раннего карда. Бой в промежуточном весе до 60 килограммов. Первым на весы приглашается Шадмон Давлятов из Таджикистана. Итак, вес бойца 60 килограммов ровно. Итак, друзья, следом на весы приглашается его визави Ернур Сатыбалды из Казахстана. Официальный вес бойца 60 килограмм. Ну что, ребята, церемония face-to-face. Спасибо, спасибо нашим бойцам. Итак, давайте встретим следующую пару нашего турнира. Второй бой. Бой в промежуточном весе до 60 килограммов. И на весы первым приглашается Айбек Джураев из Кыргызстана. Вес бойца 60 килограммов. На весы приглашается его оппонент Султанбек Розмат Улу из Кыргызстана. Вес спортсмена 60 килограммов ровно. Итак, земляки. Спасибо, спасибо большое нашим бойцам. Давайте продолжим, друзья. Итак, внимание, следующий бой пройдет в полулегком весе. И первым на весы приглашается боец из Грузии Илия Гарухнишвили. Бросим на весы. Вес спортсмена 65,8 килограмма. Следом приглашается его оппонент Мамбет Байрамов из Казахстана. Вес спортсмена 65,8 килограмма. Полулегкий вес. Фейсту. О, ребята заряжены тут же уже. Ребята, завтра, завтра все в клетке.
Спасибо, ребята, на эмоциях. Спасибо нашим бойцам. Итак, следующая пара. Бой в наилегчайшем весе. На весы приглашается Джават Мухаммад Хасанов из Азербайджана. Вес бойца 56,7 килограмма. На весы приглашается его оппонент Гани Адильсерик из Казахстана. Поприветствуем, давайте. Вес бойца 56,6 килограмма. Это наилегчайший вес. Битва взглядов. Спасибо, спасибо. Поддержим наших бойцов. Итак, далее бой в промежуточном весе 73 килограмма. Первым приглашается на весы Руслан Балквадзе из Грузии. Вес бойца 73 килограмма ровно. Это промежуточный вес. Приглашаем на весы Санжара Алиева из Узбекистана. Что там у нас на весах? 73 килограмма ровно. Уважают друг друга, завтра в клетке, я думаю, будет жара. Далее, следующая пара турнира «Октагон-32». Поединок в промежуточном весе 68 килограммов. И на весы приглашается боец из Азербайджана Кадир Муслинзаде. Встречаем! Килограммов ровно. Следом приглашаем его визави Руслан Серебкулов из Казахстана. Вес спортсмена 68 килограмм. Это промежуточный вес. Спасибо спортсменам. Итак, друзья, переходим к главному карду турнира «Октагон-32». Бой в полулегком весе. И первым на весы приглашается Мухипшоглу Лобов из Таджикистана. Просим встать на весы. Вес спортсмена 65,8 килограмма. Ну что, давайте встретим его соперника. Жансерик Жаксыгулулы из Казахстана. Вес бойца 65,8 килограмма. Полулегкий вес. Основного карда «Октагона-32». Спасибо, поддержим бойцов. Следующий поединок нашего турнира, друзья. Поединок в легчайшем весе.
На весы приглашается Магомед Идрисов из Бахрейна. Вес бойца 61,2 килограмма. Соперником бойца станет Саид Али Асли из Ирана. Да, боец находится в данный момент в пути в связи с логистическими задержками авиарейсов. Он не может находиться на церемонии взвешивания, но оба бойца сделали вес и завтра встретятся в клетке на турнире «Октагон-32». Следующий поединок в полулегком весе. И на весы приглашаются Хумаюн Токтамурадов из Узбекистана. Вес бойца из Узбекистана 65,8 килограмма. Спасибо. Соперником бойца станет Сиед Мехршад Эстарбади из Ирана. Вес бойца 65,8 килограмма, но также по логистическим причинам боец не может находиться на церемонии стердауна, и завтра они встретятся в клетке в октагоне. Спасибо большое. Полулегкий вес. Итак, следующий бой пройдет в легчайшем весе. На весы приглашаются Джованни Варгас из Бразилии. Вес бойца из Бразилии 61,2 килограмма. На весы приглашается его соперник Бигзат Алмахан из Казахстана. Вес бойца 61,2 килограмма. Это легчайший вес. Церемония face-to-face. Ребята уверены в себе, немного даже на улыбке. Спасибо. Спасибо большое. Завтра увидим ребят в октагоне. Итак, заглавный бой. Титульный бой в полусреднем весе. И на весы приглашается претендент из Узбекистана Мухридин Алимов. Встречаем. Вес бойца 77,1 килограмма. На весы приглашается чемпион лиги «Октагон» в полусреднем весе Бауржан Куанышбаев из Казахстана. Вес бойца 77 килограмм 650 грамм. И боец из Казахстана выходит на бой с желтой карточкой. Это полусредний вес. Церемония стардауна, титульный бой. Сейчас, друзья, главный бой вечера, титульный бой в полутяжелом весе. На весы приглашаем Камалдина Мамаджонова из Узбекистана. Вес бойца из Узбекистана 93 килограмма. На весы приглашается чемпион лиги «Октагон» в полутяжелом весе Карим Рузбагиев, Казахстан.
Вес бойца 93 килограмма. Итак, ребята, стердаун. Похоже, поединок может начаться прямо сейчас. Ребята, бой все покажет. Спасибо, спасибо нашим бойцам. Спасибо всем телезрителям, всем присутствующим, кто присоединился к официальной церемонии взвешивания турнира «Октагон 32». Мы еще раз напомним, он пройдет завтра, 1 июля, во Дворце спорта имени Балуан Шалака в 18:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция будет доступна на телеканалах Бокс ТВ, Prime Fight ТВ, Q-Sport International, Q-Sport Arena, на нашем YouTube-канале Octagon TV, а также на сайте телеканала Казспорт. Билеты доступны на сайте заказбилетов.kz и давай сходим. Друзья, не пропустите предстоящее событие, будет очень ярко и зрелищно. Увидимся!